Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске познакомимся с Западной Арменией. Крепость Харберт. Арцах никогда не может быть в составе Азербайджана. Красные линии Степанакерта продолжают оставаться прежними. Давид Бабаян. Азербайджан не даст нам передохнуть. Мы должны действовать ускоренными темпами. Историк Ашота Рутюнян. Турецкая пресса о Памуке. Он объявил, что турки вырезали 1 миллион армян и получил Нобелевскую премию. Арцах 30 лет обеспечивал долю безопасности Армении, а сейчас об Арцахе и слова нет. Теван Погосян. Река Карс, вышедшая из берегов Западной Армении, затопила походные земли. На самом деле такого не может быть, что в Армении были азербайджанские территории. Вардан Васканян. Самое красивое из воспураканских ожерелий. Гамлет Овсепян. Харбертская крепость расположена в Харбертской области Западной Армении. Крепость была основана в Урартский период в IX веке. В древности он входил в Цопскую провинцию Великой Армении. В 1236 году крепость была завоевана монголами. Позже крепость находилась под властью Ленг-Темура. В 1507 году армия шаха Исмаила I вторглась в Харберт, разграбила и разрушила ее. В 1515 году Харбертом правил османский султан Селим I Грозный. В 1617 году Харпут был полностью разрушен. В 1834 году с новым административным делением она вошла в состав Тигранокертского вилайета. В конце 19 и начале 20 веков турецкие варвары разрушили крепость, используя камни для строительства правительственных зданий в Мезире. Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян подтвердил, что красные линии Степанакерта остаются прежними. По его словам, официальный Степанакерт всегда говорил, что диалог предпочтительнее войны. Естественно, что у нас есть своя точка зрения, то есть мы никогда не будем частью Азербайджана. Для нас это неприемлемо, это было неприемлемо и останется неприемлемым навсегда. И эта встреча, как мы видели, в основном касалась отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. В эфире телеканала Западной Армении историк Ашот Арутюнян рассказал о последних событиях в Арцахе, проанализировав захват села Парух и последствия действий. Господин Арутюнян рассказал о намерении Азербайджана атаковать село Парух, поскольку, по его словам, в случае наступления противника в этом месте между участками Мартуни, Степанакерт, Мартакерт может вклиниться клин. Он также сослался на новость, согласно которой в разных населенных пунктах Арцаха начался сбор подписей для включения в состав в России, отметив, что у него нет информации, подтверждающей эту новость. Речь идет только об уровне новости. Турецкие СМИ освещали женитьбу Орхана Памука, известного в армянском обществе турецкого писателя, но больше они подчеркнули тот факт, что Памук однажды заявил в интервью швейцарскому Das Magazine, что турки вырезали 1 миллион армян, и после этого ему была присуждена Нобелевская премия, пишет газета Yeni Çağ. Напомним, что националистические круги Турции настроены враждебно к Орхану Памуку, так как он говорил о геноциде армян, обвиняя турок в резне 1 миллиона армян и 30 тысяч курдов. В заявлении, распространенном после встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, не упоминается ни статус Арцаха, ни армян, проживающих в Арцахе. По словам бывшего депутата Национального собрания Республики Армения Тевана Погосяна, этот факт означает обнуление 30-летней борьбы. Люди начали движение в 1988 году. В 1991 году взяли в руки оружие, чтобы защитить землю, и провозгласили независимость. 30 лет армяне Арцаха обеспечивали свою долю безопасности в Армении, а сейчас об Арцахе нет ни слова. Погосян не исключает, что между сторонами могла быть даже устная договоренность. А если это так, то означает, что власти Армении служат интересам Азербайджана, сказал он. В заявлении также не упоминается Минская группа ОБСЕ, что, по мнению Погосяна, означает отказ от разговора о статусе Арцаха. Проливные дожди в городе Карс в Западной Армении вызвали разлив реки Карс. Воды достигли населенных пунктов, затопив многие сельскохозяйственные угодья. Около 63 домов и 23 амбара остались под водой. Власти эвакуировали многих граждан. Река достигла шоссе Карс-Карин. Граждан призвали быть осторожными и готовыми на случай возможной чрезвычайной ситуации. Высшую степень готовности также приведен департамент по чрезвычайным ситуациям в Карсе.
В наше сознание регулярно пытаются внедрить идею о том, что в Армении якобы есть азербайджанские территории. Об этом написал Вардан Васканян. Он, в частности, отметил, в действительности такого не может быть, потому что, образно говоря, если по решению председателя колхоза на священной армянской земле утвердилось неизвестное в истории человеческой культуры кочевое племя, это не означает, что земля стала азербайджанской. И, наконец, почти полное отсутствие стратегической глубины территории Республики Армения и Республики Арцах делает каждый клочок нашей Родины бесконечно важным для обеспечения нашего дальнейшего существования. Об этом на своей странице Facebook пишет коллекционер уникальных образцов армянского прикладного искусства Гамлет Овсепян. «Самое красивое из воспураканских ожерелий, которое я когда-либо встречал. В прошлом роль армянской женщины не ограничивалась домашними делами и воспитанием ребенка. Армянские мужчины 19 века умели ценить своих матерей, дочерей, сестер и жен. И недаром серебряные мастера ванны изготавливали больше женских украшений, чем чего-либо еще». Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.